Шаг первый. Залить столбы, сварить каркас. Обязательно на стрёмные швы. Обезжирить, загрунтовать и покрасить. Важно, конструкция должна быть шаткая. Из-за нехватки материала пришлось сделать вот такие вот щели. Но, в принципе, ничего. У меня вокруг участки заброшенные, кроме одного. Поэтому да я не стесняюсь никогда. Я могу хоть без дверей сюда ходить. Мне все равно. Сейчас все покрасим и будет заебок. Осталось только покрасить. Ну, вот как-то вот так вот получилось. Стремновато, конечно, но пользоваться можно. Вот. Еще я сделал здесь пружину, установил, потому что она, блин, закрывается постоянно, очень важно. И вот еще вот такое. Так удобнее, конечно. А еще сделал, давно мечтал, то на участке работаешь, а руки помыть негде. Вот такой вот умывальник, а слив сделал в яму. То есть не надо. Не надо ни с ведром носиться. Ни... Но если подытожить, то самое главное при строительстве садового туалета, то это, во-первых, надо делать металлический каркас, потому что деревянный едет не очень. Металлический лучше сделать. Надо оставить достаточное место, чтобы там, где стоишь, чтобы можно было переодеваться, одеваться удобно, натягивать, потому что я в первый раз, когда делал его, сделал всего на 30 сантиметров. Было неудобно, приходилось дверь открывать, чтобы нормально одеться. Вот. А сидушка была, наоборот, слишком большая, поэтому надо вот гармонично все сделать. Вот. И умывальник, если делать, то лучше возле там, где душ, потому что там большая емкость и не придется все время воду доливать. Вот сейчас у меня емкость маленькая и не очень удобно. Вода у нас по часам есть не все время, вот сейчас, например, нету, поэтому... Приходится доливать каждый раз. В принципе, каждый день надо туда заливать ведро. Не очень удобно. Но зато это удобнее, чем просто из ведра мыть руки. А еще вот очень важно. Яму нужно делать, например, если вырываешь бочку, то нужно делать без дна, потому что так удобно. Залил туда воды, вот эти вот средства специальные для... Оно все растворилось, ее нету. Не надо там ничего выгребать, ничего вытаскивать. Оно само все там рожи съедают. Поэтому нужно без нищи делать.